Открытие Крымской осенней математической школы симпозиума стало традицией, которая вырастила целое поколение ведущих математиков Крыма. В этом году международная математическая конференция стартовала 18 сентября в лагере «Чайка» Ласпи Батилиман. Ну, во-первых, я хочу сказать, что на самом деле мы проводим эту школу уже в третьей стране. Мы начинали в 90-м году, когда здесь был Советский Союз. Потом Украина долгие годы, и теперь, слава богу, Россия. При этом мы проводили школу на одном месте, вот здесь, в Батилимане, в Ласпи, в замечательном уголке Крыма, куда с громадным удовольствием наши коллеги из разных стран приезжают к нам в гости. Режим очень простой. После завтрака, когда море еще не нагрелось, мы на лекции, потом в световой день стараемся купаться в море и, в общем, получать удовольствие от природы. Перед ужином еще лекции, после ужина семинары. Иногда бывает допоздна, очень допоздна. Ну вот, за это время много выдающихся математиков были слушателями и лекторами нашей школы, корифеи в основном из Украины и России. Организаторами мероприятия выступили Таврическая академия Крымского федерального университета и Московский государственный университет имени Ломоносова. Мне нравится атмосфера, которая на этих конференциях есть. Нравится то, что здесь есть. Приезжают сюда хорошие специалисты и есть чему поучиться. И нравится то, что это Крым. Я Крым очень люблю. Вот, я, когда еще первый, когда я этих конференций не был, когда я приехал в 76-м году, я этой вот природой заболел. Время работы Кромш – бархатный сезон. Самая прекрасная пора в Крыму, позволяющая в полной мере насладиться морем, солнцем, природой и воздухом уникального уголка Южного берега. Конференция традиционная у нас, она в этом году проходит 27-й раз. Но одна из самых основных задач этого года – это сохранить дух школы. Почему? Потому что вы понимаете, сложности, которые не от нас зависят, они не позволяют, значит, сюда приехать всем, кого мы бы хотели видеть, слышать. Но школа очень высокого уровня. Мы пытаемся привлечь сюда молодежь, каким-то образом финансировать приезд аспирантов. В этом году была первая попытка. Мы в оргкомитет пригласили несколько наших студентов-магистров. Надеемся, что это будет традиционным. Потому что видеть вокруг себя больших математиков, это, я думаю, многого стоит. И вот из них могут вырасти будущие, те, кто люди заменят нас на этом месте. Крымская осенняя математическая школа-симпозиум действует в течение 12 дней, с 18 по 29 сентября. Расписание работы школы составляется таким образом, чтобы большую часть светового дня участники могли посвятить свободному общению. Эта школа для меня часть жизни. Я в этом году уже 20-й раз в Ласпе, на Кромше. И каждый год это для меня событие, которое я жду. Жду, потому что это встреча с друзьями, с разных вузов. Это мое студенчество, потому что начал я первый раз свое участие в школе, еще будучи студентом. Также со мной на эту школу приехали мои теперь коллеги уже, а тогда друзья из Донецка, из Москвы. Мы проводили вечера, и теперь я свою жизнь уже без Кромша на самом деле не ощущаю. То есть это настолько важная часть моей жизни, что каждый раз, приехав сюда, я возвращаюсь на вот те 20-15 лет назад. Обычно за время работы школы читается 40-50 лекций и большое число докладов на заседаниях секций и подсекций. В этом году в школу приехало около 100 участников из России и стран ближнего зарубежья.